Так, с моими ощущениями все понятно. Папа, расскажите свои. Было прикольно. Типа прям, знаешь, интересный опыт такой, вот эти последние сутки. А когда золотой час был? Было классно, когда он рождался, когда там кричал, запищал такой. А слезы не наворачивались? Ну, чуть-чуть наворачивались, чуть-чуть. А потом желтой час, ну, как-то было даже, наверное, не по себе, я как бы не особо чистый сказать, что прям. Ну, прикольно, он полежал там, кулак пососал у меня здесь, у тебя полежал. Короче, я понял, что, ну, жалко, что пропустил прошлые роды, потому что, блин, было весело. На самом деле, ну, весело? Ну, я-то не рожал. Ну, да. Мне было просто прикольно. Какие были ощущения, когда у меня схватки вот эти болючие уже шли? Ну, так было неприятно, знаешь, как будто бы рядом со мной кто-то страдает. И печально за тебя. Все время, когда так делаю. Ну, ты что, так умеешь, что ли, страдать?